Рада приветствовать вас, мои дорогие, вы на канале О Вязании Натали Мастер с множеством моих мастер-классов, крючком и спицами. Обязательно подписывайтесь, если первый раз вы здесь очутились случайно, не пожалеете. Сотни мастер-классов, большой-большой канал. Мы с вами перевалили давно за 200 тысяч и быстро и оптимистично двигаемся дальше. Сегодня вас ждет заключительная часть моего авторского, очень-очень красивого, универсального кардиганчика, в моем случае это болеро, с запахом рефлекс. Посмотрите, какой узор, универсальная модель, она подойдет абсолютно всем, любой девушке, женщине, вне возраста. Главное — уметь носить, комбинировать, мы с вами об этом поговорим. Модель с запахом, с красивыми завязочками, универсальная. Далее, именно из этого же великолепного оттенка Бетти нас с вами ждет продолжение. Это будет юбочка карандаш. Да, так как у меня, видите, короткая, такой как кроп-топ модель, но на этой базе я дам вам все абсолютно знания, информацию, как вам связать любой самый длинный кардиган. Вот от этого поворота вы просто будете вязать вниз, без прибавок на запах. Запах у вас уже будет сформирован, он останется. Здесь же вы оставите завязочки красивые. Я обвязывала крючком свою модель. И далее хоть в пол можете вязать летнее пальто, осеннее, воротник добавить, рукав любой. Как у меня минималистичный, у меня летняя модель на лето с юбкой. Вы можете связать рукав подлиннее, можете связать 3/4, полноценный рукав, как угодно. И просто продолжить вязание вниз и получить вместо болеро кардиган или пальто. Хоть летнее, хоть осеннее. На ваше усмотрение. Также мы с вами поговорим про горловину. Все об узоре я рассказала вам в первой части. Ссылка на первую часть под видео. Проходите, смотрите. Я надеюсь, вам понравится мой авторский бесплатный мастер-класс. Жутко просто красивая моделька. Я желаю вам удачи. Она простая, начинающая, обязательно справится. Я все очень-очень подробно объясняю. Приглашаю вас в свои магазины, да, мои дорогие. Расширяется ассортимент. Теперь помимо итальянских фабрик и турецких, и перуанских, теперь есть норвежский дропс. Все, что вы просили, турецкий газал. По-прежнему много бобинной пряжи итальянской, разных потрясающих предложений, которые я могу вам посоветовать, порекомендовать. Обязательно смотрите мои прямые эфиры в 8 часов вечера по Москве. Каждую пятницу мы с вами встречаемся и сидим, общаемся до упора. Боже мой, какая красота! Мне так нравится этот узор. Он универсальный, женственный. И, кстати, унисекс. И для мужских изделий джемперов подойдет, для детских он такой нежный, милый. Так что жду вас. Подписывайтесь на мой инстаграм, на второй канал, на мои магазины. Один во ВКонтакте, другой магазин Натали Мастерс.ком. Это большой, огромный магазин с потрясающим выбором пряжи. Доставляю я пряжу по всему миру. Убедитесь, самые низкие цены, изумительные итальянские фабрики, самые-самые лучшие. Самые замечательные, именно те, которые люблю я. Добавились у нас с вами новые летние секрет-боксы, сверкающий секрет-бокс, где только роскошная разная блестящая пряжа. Мини-секрет-бокс всего-навсего за 1000 рублей, чего только нет. И сейчас в эти выходные расширится сегмент. Не только по цветотипам вы можете покупать для холодного цветотипа пряжу, для теплого, но также будет и VIP секрет бокс и секрет боксы для тех, кто вяжет только крючком, только спицами, или и крючком, и спицами. В общем, просто что-то потрясающее вас ожидает. Жду вас в эфире каждую пятницу. И давайте начинать. Вторая часть. Будем заканчивать наше великолепное изделие. Итак, продолжаем. Вторая часть. Смотрите, что же мы дальше делаем с нашим замечательным кардиганчиком болеро с запахом. Обратите внимание, здесь на половине провязанного полотна я не проводила ВТО, а здесь проводила. Да, видна разница. Сравните. Да? Итак, что же мы с вами вяжем дальше? Мы закончили на том моменте, когда перекрещивание по полочкам у нас с вами было 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Дальше мы с вами начинаем делать прибавки в каждом четвертом ряду. Соответственно, вырез горловины у нас с вами не такой формы будет, а вот такой формы. Да, с запахом. Вы понимаете, почему так у нас получится. И линия, соответственно, проймы. Если сравнивать с платьем джунгли, там сразу вот такая линия от небольшого угла, который идет от рукава. Дальше мы с вами продолжаем вязать. В каждом четвертом ряду мы делаем прибавки. Постепенно у нас с вами прирастают не только со стороны регланной линии мотивы, но и со стороны полочек. Когда у нас с вами количество мотивов по рукаву составит 14 мотивов, то мы перейдем с вами уже на вязание туда-обратно, отделив рукава. То есть 14 мотивов провязано, я перехожу в лицевом ряду на вязание туда-обратно и пересняла на лесочке рукава. От края полочки я провязала по лицевой стороне до линии реглана, включая эту самую линию. Обратите внимание, да, важный момент. То есть я провязала накид, саму линию, накид и теперь пересняла на леску. Для того, чтобы переснять рукава, вы можете воспользоваться приемом продевания любой пряжи, правда? Для того, чтобы нам было удобно примерять, ведь реглан сверху, за что мы все его любим, за то, что примерять удобно. Но в последнее время я перехожу, конечно же, на лески, тем более прикрепив законцовки, можно ни о чем не беспокоиться, самый удобный вариант. Теперь нам с вами необходимо набрать петли подреза. Что мы делаем? Количество набираемых петель подреза должно быть кратно 4, как и раппорт нашего узора. Поэтому я набираю 8 петель для своего размера. М. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4, и продолжаем вязание по рисунку. Соответственно, 3 лицевые, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, 3 лицевые, и так далее. Вяжу спинку по узору, провязываю 3 петли, то есть 2 накида и центральную регланную линию лицевыми. Соответственно, у меня изнаночная, 3 лицевые. И дальше я снимаю на леску второй рукав. Сначала с помощью спицы. Так, здесь я комбинирую, я вяжу чагу, так как действительно чагу так удобно вязать на именно остреньких спицах, когда ажур, когда нам нужно делать разные скрещивания там подобное. И переснимаю я на нитпролес. Кстати, в последнее время я люблю смешивать в одном процессе разные наборы, разные аксессуары, инструменты, к чему обязательно один бренд, правда, использовать. Очень вам советую. Есть у меня в магазине полные наборы. Это половинка, это Deluxe Royal. Смотрите, какая вышивка, Париж. Очаровательные деревянные спицы, и у них металлические законцовочки, промаркировано и на дереве, и на части, которая соединяется. Чудесный набор круговых спиц, красивые оттенки, разноцветные спицы. Вот это у меня фиолетовая, на которую я переснимаю рукав. Сам процесс – это наслаждение просто, когда мы используем наши любимые с вами инструменты, красивую пряжу, хорошо знакомую. Мы знаем, что получится отличный результат.
можно будет носить, носить, носить и получать удовольствие не один сезон. Так, я тем временем закончила переснимать рукавчик. Все, стоп. Дальше 3 петли линии реглана. Теперь мне нужно стоперы надеть на лески и все. А далее все очень просто. Мы продолжаем вязать, прибавляя в каждом четвертом ряду по краю полочек. У нас с вами постепенно формируется красивая линия запаха. И самое главное, мы должны дойти до точки, где у нас с вами будут завязки. Я буду делать обвязывание крючком. Можно, конечно же, спицами, как вам будет угодно. Мне хочется именно крючком. И сами завязочки крючком будут связаны. Все то же самое можно делать, естественно, и спицами. И если у нас такой кардиганчик короткий, болеро, скорее, как у меня, то я дохожу до точки, все время прибавляю конечной точки, где я хочу, чтобы у меня завязывался бантик, да, сбоку. И далее, если вы хотите длинный кардиган, да хоть пальто, вы продолжаете вязать без прибавок. Я все время прибавляла и остановилась на варианте, что у меня 29 мотивов провязано. Закончила я на том ряду, чтобы с лицевой стороны закрыть. С изнаночной провязала ряд там, где мы с вами делаем посередине накид. Изнаночная накид, изнаночная лицевая. И буду закрывать. Закрываю свободно, самым обыкновенным образом, петельки. Как вам привычно, стягивать не нужно. Волноваться тоже не о чем, потому что мы с вами все потом крючком отрегулируем. Я закрываю и низ изделия. И то же самое примеряю еще раз, чтобы убедиться, что все сидит, и я вышла на ту длину, которая необходима мне. И после этого точно так же свободненько закрываю рукава, снимаю свесок и закрываю. Вы можете, так как этот узор сам по себе резинка, можете связать рукава какой вам угодно длины. Длинные, 3/4, коротенькие, то есть как захочется. Я буду обвязывать, и поэтому мне нужно петельки закрыть. Так что закрываем и рукава, и низ. Запахом длинная у нас получается линия низа. Очень-очень длинненькая. Поэтому, когда примеряем, обязательно возьмите длинную леску, чтобы вам ничто не мешало. Все растянуть, померить, как запахом смотрится. Важный момент. Не теряем эту точку, где у нас будут с вами завязочки. И далее от этого угла, если мы хотим кардиган, просто вяжем строго вниз. Так, закрываю все петельки и приступаю к отделке. Потрясающе, конечно, узор смотрится. Смотрите, какая фактура красивая. Еще пряжа играет, ну, просто чудо. Так, смотрите, я все закрыла. У меня немножко сбоит, потому что я еще не сделала ВТО. Рукавчики. Рукавчики закрыла. Низ изделия. И теперь, начиная с одного уголочка, да, на левую сторону я буду делать запах. Вот туда, да, если от себя смотреть. Как будто на мне надет мой кардиганчик, и я обвязываю. Все, я пошла наверх, 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 вся горловинка вниз, и по линии низа я обвязываю в каждую петельку столбик без накида. После того, как мы по кругу
обвязали, пришли в ту же точку, то я должна провязать 5 рядов по всем полочкам горловине и другой, да, полочки. Туда-обратно 5 рядочков. Что у нас с вами получается при этом? Выходит, что у нас один столбик без накида внизу по всей линии низа и 5 рядов поворотных по горловине и полочкам по линии запаха. И теперь мы с вами набрали здесь небольшую ширину планки, которая у нас с вами составляет 5 рядов, и будем вязать вместе с одной завязкой планку нижнюю. Посмотрите, у меня запах будет, пока нет ВТО, да, на левую сторону, поэтому с этой стороны лицевая сторона у меня, я к себе положила, смотрите, она будет внутри, вот этот угол пойдет сюда, и здесь мне нужно будет, когда я сейчас вторым рядом пойду, да, приду к этому углу, мне нужно будет с этой стороны набрать 120 петель. И уже вместе с этой длинной завязочкой я буду туда-обратно вязать столбики без накида. А здесь я остановлюсь. Просто будет угол. Я буду поворачивать, делать одну воздушную петлю и опять столбики без накида вязать. Здесь нам нужна будет небольшая веревочка, мы потом с вами ее добавим, завязочка изнутри здесь и с правой стороны изнутри нашего запаха, да? Я думаю, у всех вас, у кого есть юбочки, платье с запахом, вы знаете, что так все и устроено, и останется нам с вами обвязать рукава и главное отдельно привязаться вот здесь к поясу и добавить вторую часть завязки для банта, который у нас с вами будет вот здесь располагаться. Вот и все. Почему я выбрала способ именно крючок плюс спицы? Во-первых, потому что я хочу больше сочетания крючка и спиц. Выглядит это очень классно, очень кутюрно выглядит. К тому же практично. В юбке также я буду использовать карандаши и крючок и спицы. Великолепный цвет, и так как мне не хочется какой-то пестроты, узор говорит сам за себя. Кроме узора я не хочу иных акцентов, и вот такие простые, но очень практичные завязки, отделка, это лучший вариант. Если вы будете обвязывать спицами, если вы совсем крючком не вяжете, я выбрала, да, очень простой, столбики без накида в каждую петельку. Совсем не владеете крючком, то тоже я призываю вас минималистично связать платочной вязкой всю отделку. Это будет идеальный вариант. Взять спицы потоньше, поплотнее, потому что все это завязки, все растягивается. Ну, а крючок, он очень практичный. Я сделаю ВТО, все будет очень-очень красиво. Я так довольна. Просто какое-то волшебство. После того, как мы с вами провязали 5 рядов по горловине, по скосам полочек, с этим закончили, да, мы с вами вяжем низ изделия. И тут у нас с вами что получается? Смотрите, если мы надеваем на себя, то влево у меня идет запах, и когда мы набираем петли, то 120 петель я набираю в левую сторону и туда-обратно 5 рядов я провязываю для завязочки. Именно левая полочка у меня идет завязкой. Здесь получается на 2 ряда больше, соответственно, так как мы с вами начинали с обвязки по кругу. Вот такая красота чудесная получается. И обязательно примеряйте, нам с вами те же самые 120 петель нужно набрать, ориентируйтесь на подрез, смотрите, задняя часть подреза, которая ближе к спине, где-то в этом месте вы набираете петельки и также вяжете вторую часть нашей с вами завязочки красивого ремня
120 петель, те же самые. И, соответственно, мы с вами запах делаем, завязываем. Для того, чтобы было натяжение, мы немножко за подвес туда уходим, за спинку, потому что со временем может чуть-чуть подрастянуться. Кстати, я вам советую, рекомендую, обязательно можно вставить силиконовые резиночки. Они есть в текстиле и есть просто чистый силикон разных цветов в таких магазинах, как Леонардо и так далее, да. Обязательно укрепляйте, это всегда полезно, это никогда не бывает лишним и в готовых изделиях всегда используется. Далее, если у вас не заканчивается ваш кардиган, здесь у вас только завязочка, будет потом, после того, как, смотрите, эта линия переходит в вертикальную линию, и вы вяжете всю длину, которая вам нужна. Соответственно, обвязка внизу, кромка у вас будет загибаться под углом вот здесь, таким тупым, не 90 градусов, да, где-то там, не знаю, 110, вот так она загибается, и, соответственно, вы набираете здесь петельки и завязочку вяжете тоже в этом же месте, именно там, где поворот. Очень важный момент, очень важный. То же самое с внутренним запахом обязательно нужно сделать. Смотрите, после того, как мы с вами туда-обратно провязали вместе с нашей первой завязкой, здесь мы просто с вами поворачивали, и потом уже присоединяемся, вяжем небольшой шнурочек, потому что внутри, для того, чтобы изделие сидело идеально, нам нужны внутренние завязочки. Соответственно, смотрите, там, где подрез, там же у меня второй такой же шнурочек. Шнурочки по у меня 80 петель. По 80, смотрите. Здесь у нас дальняя сторона подреза, которая ближе к спинке. Отсюда я начинала внутренний шнурок. Сейчас вам главное понять последовательность. И обязательно прикрепляйте. Я ниже прикрепила. Именно для того, чтобы вот идеально было, вот так мы с вами завязываем, да, чтобы было не видно внутреннего бантика. Здесь мы будем с вами внутри фиксировать. И далее изделие с запахом. Здесь у нас с вами уже декоративная завязочка пойдет, очень красивая. Конечно же, то же самое вы можете связать на спицах. Это может быть в идеале платочная вязка, либо узор «Морская пена». Посмотрите обязательно, у меня на канале есть такой узор, более нарядный вариант платочной вязки, и такой же он по текстуре и по своим качествам. Так что с завязочками мы с вами разобрались. Кстати, вы можете запах делать на ту сторону, которая вам нравится. Нет такого понятия, как мужской, женский, сделайте куда вам угодно. Переходим после этого, самое главное, к рукавам. Если вы решили, как я, сделать максимально короткий рукав для жары, для теплой погоды, то всего-навсего я обошлась тремя рядами по кругу. Видите, я вязала не туда-обратно, а просто спиралью. Это три ряда столбиков без накида. Вот такой аккуратненький рукавчик получился, очаровательный. В общем, я очень довольна. Для меня это крайне практичное изделие, красивая линия выреза. Вы можете, конечно же, для того, чтобы декольте не было таким глубоким, потому что я либо как пляжный вариант буду носить с купальником, либо же, конечно же, с платьем, с топом, поэтому мне хотелось именно такой прекрасной линии. Вы можете как в платье джунгли сразу делать прибавочки от реглана, и тогда у вас линия, смотрите, она пойдет вот так. То есть более закрытая линия будет. Но мне хотелось плавного, как у свечи, пламя, выреза именно данной формы, летний вариант. Я очень довольна. Надеюсь, вам тоже понравится. Практичная вещь. В каком бы варианте вы ни связали, будь то блеро, будь то кардиган. Смотрите, если у вас здесь будет завязка, как у меня, но дальше будет продолжаться вот так полотно, да, и, соответственно, кромочка будет поворачивать. Тоже будет изящно, красиво, любой длины, может быть, даже самой макси длины, длинный пальто вы можете связать с длинным рукавом. То есть ничто вас не останавливает,
такая базовая модель в этом плане, самодостаточный узор, все остальное просто, красиво. Смотрите, какая великолепная у нас с вами горловинка на спине образовалась. Ну, всегда модели с запахом — это модели элегантные, всегда. Во-первых, они комбинационно играют волшебно. Во-вторых, эта модель идеальна для любой фигуры. Если вы субтильная, хрупкая, то это великолепно. Если вы даже пухленькая, полная, большая грудь, да, V-образный вырез, запах — идеальная модель. То есть, с одной стороны, вы можете подчеркнуть свою хрупкость, с другой стороны, такие модели идеальны для любой фигуры, для любой. Реглан, соответственно, такой даже рукав, как у меня, все равно, даже если вас смущает полнота вашей руки, вам подойдет даже такой коротенький. Если вы хотите руку закрыть, я рекомендую вам просто этим узором продолжить вязать вниз рукав 3 четверти. Будет великолепно, носибельная вещь, базовая, красивая. Так что, дорогие мои, я надеюсь, что вам понравилось. Не забудьте поставить лайк, это очень важно, поддержите меня. Не забываем про то, что появилась платная подписка спонсорская на моем канале. Для спонсоров у меня отдельные привилегии. Проходите по ссылочке в инфобоксе, подписывайтесь. Интересно, скоро будет первый прямой эфир. Ждем еще нескольких моих дорогих гостей, моих подписчиков. И начинаем. Чего только не будет. И то же самое все будет продолжаться и на основном канале. Я вас жду, мои хорошие. Проходите, изучайте. От 99 рублей в месяц стоит платная подписка, спонсорская. Сразу, если вы спонсор, напротив вашего комментария появится специальный значок. Скоро вы сможете еще выбирать, какой. Я буду, естественно, отвечать на все почти вопросы. Если спонсор мне задает вопрос, я обязуюсь по мере сил обязательно отвечать на все вопросы спонсоров. Так как уже очень много подписчиков, дорогие мои, вас так много, я постараюсь хотя бы на все комментарии и вопросы спонсоров отвечать. Спасибо вам огромное, что подписываетесь. Мне невероятно приятно. Все, мои хорошие, на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам самых красивых изделий, приятных минут в хобби, волшебной весны, любви ваших близких, друзей, родных. Всего самого-самого светлого, лучшего, необыкновенного настроения. Целую, обнимаю. Пока-пока. Скоро увидимся.